Глава города Андрей Шубин сообщил, что Десногорск готовится принять участие в федеральной программе по благоустройству дворов и парковых зон. До 15 июля текущего года представят графики проведения общих собраний в части, касающейся обсуждения ремонтов дворов. Мы 1 января 2018 года будем входить в федеральную программу по благоустройству дворов. Там 2/3 финансирования идет на благоустройство дворов, а 1/3 идет у нас на благоустройство парковых зон. Поэтому там будет софинансирование, помимо федерального бюджета, областной бюджет, ну и, думаю, какая-то доля будет и местного бюджета. На территории Смоленской области проводится региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Целью проведения конкурса является привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организации и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование организации и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области. Пакет документов для участия и вопросов необходимо предоставить в срок до 26 июля сего года в отдел соцзащиты 102 кабинет. В городе продолжается кампания по подготовке к зимнему отопительному сезону. Завершаются работы во втором микрорайоне, готовится к ремонту первый и третий. В Десногорске активно работают федеральные программы по улучшению жилищных условий. Бывшая жительница Крайнего Севера по программе «Жилище» получила сертификат на сумму более 2 миллионов. В учреждениях культуры все мероприятия недели посвящены Дню семьи, любви и верности. Проект «Слава Созидателям 2017 Десногорске набирает обороты. Я хочу сегодня обратиться к и детям, и к тем, кто у нас будут героями фильмов, о том, что необходимо помочь нам провести этот проект. И обращение наших спонсорам дает уже определенные результаты. Мы получаем вот такие сертификаты подарочные за участие в муниципальном этапе. 9 школьников Десногорска, победители проекта «Слава Созидателям 2016 года», отправились на отдых в международный болгарский лагерь «Камчия».